вот эту вот MP3-колонку я купил на сайте banguk.com. Не помню, сколько конкретно стоимость. Около, кажется, $12. Там представлены 5 расцветок. Если что, можете посмотреть на сайте. Ссылочка под видео. Вот, напомню, купил я эту колоночку для своего брата. В бане, когда моешься, охота иногда в комнате для отдыха послушать музыку. Вот я посмотрел какие-то обзоры, не помню, или просто почитал, и решил, куплю-ка я вот такую штуку, потому что говорили, что очень качественный, очень сильный звук, прям вау, звук и все тому подобное. Ну, я заинтересовался, думаю, куплю, поставлю у брата в бане и будем, как говорится, слушать музыку. Вот, что из этого получилось, в принципе, можете сейчас посмотреть. Ну да, вес такой у колоночки достаточно большой. На сайте пишут, что около 265 грамм. Вот, вид, конечно, тоже необычный достаточно. Металлический, что очень важно. Крепкий, потому что я нигде не люфтит, нигде никаких скрепленных деталей, что которые болтаются. То есть, если колонка упадет, я думаю, ничего страшного не будет. Также вот здесь вот липкий низ, вот эту вот пленочку можно оторвать и приклеить куда-либо на определенное место приклеить, и она будет находиться. Я, в принципе, даже представил, куда можно было бы приклеить. Если у вас, например, есть машина, где нет никакой магнитолы, то вы можете совершенно спокойно приклеить на панель или куда-то под сиденье, чтобы не стащили какие-нибудь воры. И это у вас будет ваша совершенно отличная магнитола. Самое интересное, что эта магнитола будет еще с функцией hands-free. Но об этом, я думаю, покажу попозже. Вот здесь имеются органы управления, не знаю. Если нажать сюда, это будет переключение трека в обратную сторону. Повернуть сюда, будет трек переключаться вперед. Нажать будет пауза. Если нажать снова, это будет play. Если повернуть вот этот рычажок и держать его, то это будет громкость убавления и увеличения. Вот здесь вот есть рычажок управления. Что вы хотите делать? Слушать музыку или же работать в режиме Bluetooth колонки или же в режиме hands-free. Вот эта лампочка, она сигнализирует. Если она мигает зеленым, то значит у вас режим MP3. Если горит синим, то это Bluetooth. Если она просто горит, то это как бы в режиме AUX. Есть тут еще такой режим. То есть просто вы можете подключить к планшету, как для усиления звука. Вещь достаточно интересная. Если мигает, то значит у вас с карты памяти идет звук. Вот здесь микрофон имеется. Микрофон для того, чтобы эту колонку использовать как Bluetooth гарнитуру. Очень полезная вещь. Карты памяти разъем, поддерживает 32 гигабайта, проверял лично без проблем. Ну и вот здесь вот разъем для подключения к зарядке или же для подключения AUX-in. Вот сейчас работает в режиме AUX. Как видите, карты памяти у нас нету, лампочка горит зеленой, и из колонки доносится шум, такой вот песок сыпется. Я не знаю, услышите вы или не услышите, но постараюсь записать вам. Шум такой ненавязчивый, в принципе, если не поднести его к уху, вы его даже не заметите. Вот сейчас в данный момент проигрывается музыка, вот видите, мигает лампочка. Что мне самое не понравилось в этой колонке, это очень низкий порог минимальной громкости. Вот если я сейчас, вот сейчас она как бы громкость выключена, давайте прибавлю громкости. Ой, это я переключил трек. Так, давайте-ка какую-нибудь другую музыку. Вот это самый минимальный звук. Ну, наверное, на видео сейчас он будет достаточно тихий, но вот для меня он не очень-то комфортный. Громкость очень, ну, громкость максимальная очень громкая. Давайте-ка подождите-ка выключку. Поставил на паузу. Максимальная громкость очень громкая. То есть, если вы поставите где-то в каком-нибудь комнате, где стоят люди, гулянка, грубо говоря, то будет играть достаточно громко. По поводу звука с карты памяти. Ну, скажу, что низы достаточно хорошие. Это, естественно, не супер-мега хай-фай аудиосистема, но басы достаточно такие есть. Но хромает это,
верхи же, кажется, называют их. Ну, то есть звук достаточно такой плосковатый. Вот я не услышал в нем чего-то такого вау. Ну да, если вы едете на природу, вам нечего послушать, то есть берете вот такую колоночку, заряжаете, и в принципе на природе она вас выручит без проблем. Вот, единственное, что я не знаю, сколько она работает от батарейки, но вот с момента прихода посылки уже я не знаю, сколько прошло времени. Я ее всего лишь один раз зарядил. Я вчера ее гонял. Ну, вот как бы какие режимы. Вот сейчас видео записываю. И она, в принципе, еще не разрядилась. Я думаю, что часа 2-3 она будет 100% играть. Но, если честно, это все не проверено. Вот сейчас колонка работает в режиме AUX. Вот я подключил ее к планшету. Если честно, думал, что громкость будет куда больше, но здесь выставил на максимум громкость. На самой колонке тоже на максимум. Вот послушайте. Вот это максимальная громкость того, что может колонка выдать. Вот я нажимаю кнопку увеличения громкости, и ничего не происходит. Подрезал у ребенка телефон. Теперь давайте вот переключаем мы в режим Bluetooth. Вот у нас загорелась сейчас синяя лампочка. Звук такой произошел. Вот сейчас он в режиме поиска устройств. То есть, и вот у нас телефон. Вот мы включили на нем Bluetooth. И вот видите, S10 авторизовано. То есть вот эта уже колонка уже используется. Так, давайте-ка поставим звук. Звук мультимедиа. Вот она, все, галочка. Теперь включаем мы какую-нибудь музычку. Музычку я нашел. Тут сразу нужно убавить громкость. Хотя я даже не знаю где. Вот, наверное, на максимум. Включаем любую. Включаем. Вот пошла уже музыка. Здесь у нас пошел звук. Ну-ка, давайте громкость. Громкость мы тут регулировать не можем. А давайте-ка, если вот здесь мы отрегулируем. То есть, если у вас на телефоне очень много музыки, вы всегда можете подключиться к этой колонке и слушать эту музыку в группе, в компании своих друзей. И также есть телефоны, если с Bluetooth, то ваши друзья могут вам включать на этой колонке свою музыку. Я думаю, стоит оценить, что на телефоне звук менее громкий, а вот на этой колоночке звук достаточно громкий. Ну вот, я в принципе обо всем рассказал об этой колоночке. Теперь можно бы ее и разобрать. Для того, чтобы разобрать, обязательно нужно вытащить карту памяти, потому что мы рискуем сломать. Вот, отрываем вот эту липкую штуку. Вот она вот такая вот. Здесь у нас три болтика. Вот я открутил три болтика своей чудо-отверткой. Кстати, к слову об отвертке, хоть обсирали, когда я купил такую вещь, но вещь отличная. Я уже разобрал около 5 ноутбуков полностью такой отверткой. И много всяких разных вещей. Даже подкручивал кран водопроводной трубы. Вещь. Вот, открываем. Вот здесь у нас вот такая вот платка. И батарейка. К сожалению, не видно на батарее, сколько она размера, емкости. Можно было бы тогда бы более-менее судить о времени работы. Вот, как видите, конструкция простая, ломаться здесь совершенно нечему. Вот, тест, когда придет мне тестер, я обязательно замерю емкость вот этой батарейки. Ну, вроде бы и все. Оторвал вот эту штучку, когда собирал. Оказывается, это не липкая совсем, но она, если ставите на стол, она никуда не денется. Вот такая вот штука. Ну вот, разобрал я эту колонку и собрал. Что я теперь могу сказать о ней? Надеюсь, что видеообзор мой не очень такой широкий, длинный, большой, а более-менее понравился вам. Хотел рассказать вам обо всем, что я знаю об этой колонке, потому что я, что я знаю, это я сам своим методом тыка находил, искал и вам показывал. Что я скажу? Отличная вещь, если реально вы собираетесь ехать куда-то на природу, если у вас нету банально радио с собой или какого-нибудь магнитофона на батарейках,
Телефоны можно включать, но это, блин, слишком быстро они съедят батарейки. А вот такую штуку зарядить и включить, это вам заменит на какое-то время полноценный магнитофон, потому что звук очень громкий. Я, если честно, в квартире боялся включать его на максимальную громкость, потому что минимум-то меня уже как-то заставлял нервничать. Максимум – это вообще громко. Вот. Единственный вопрос по времени работы батареи, но я думаю, если взять с собой тот же самый портативную переносную батарею, зарядную или как она называется, то этого вам на вечер, на день, я думаю, этой колонки вам без проблем хватит. Вот. Эту же колонку я отвезу своему брату, обязательно поставлю в бане, научу, как ей пользоваться. Пускай после парилочки будет включать музыку себе и будет слушать. Вот. Положительные, в принципе, качества у этой колонки. Я под впечатлением. Звук, да, действительно очень громкий. Басы достаточно хорошие, но низы. Ну, с низами можно, в принципе, смириться. Вот, я считаю, что можно покупать такие колонки. В принципе, цена в 300 рублей, 360 рублей, там, не знаю, сколько примерно. Что вполне себя оправдывает. Так что вот такие вот дела. Спасибо вам за просмотр. Ставьте палец вверх. Пока.